Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня у меня выходной. Я сделала конфетки из сухого молока, сахарозаменителя, из молока обыкновенного и какао. Еще я тут с холодильника достала кизил, он очень кисленький, вкусный, заморозки. Ягоды. Я делаю чай. Вчера вот делала с мятой, с мелиссой и с ягодами, да, с клубничкой. Как было вкусно. В общем, это конфетки, которые можно есть на кето-диете. Эти ягоды, естественно, тоже можно есть на кето-диете. А еще интересный блогер Джулия. Истории такие, которые были много-много лет назад. Вот, например, забытая история с самоката с мотором. Но она так рассказывает интересно. В общем, все хорошо. Забытое старое, опять новое. Все мы видим самокаты. А как это было в 1920 году, она рассказывает очень интересно. Так что совмещаем приятное, полезное. Пища для... Ну, для нас пища, да? Для тела. И пища для ума сразу. Это, в общем, хорошее сочетание.